Львова Геннадьевна. А. Отдыхайте уже. Чё это? Не-не, отдыхайте. Нет. Скажите, я могу на Недрезово подъехать? Кто знал? А вы кто? Я Мурат Магомедович, зовут фамилия Майзураев. Я в Замайкале представляю организацию «Олимп». «Олимп»? Ого. Да-да. Так, и что будем делать? С Олимпом. Ничего не будем делать. Познакомимся. Я вам с предложением еду. С предложением? А вы вообще за кого так это Олимп-то едете-то? От кого, может быть, с каким посланием? Ни с каким не посланием. Я же говорю с предложением. Я не разбудил вас, а то у вас голос какой-то. Нет, у меня голос такой. Говорят, очень нежный, красивый. Вам не понравился. Спасибо, не спорю. Мне это абсолютно. Переживаю, чтобы не побеспокоить. Не-не, не переживайте, все хорошо. Так я могу подъехать сейчас полчаса или лучше с утра уже поздно? Так вы мне хоть намекните, что за предложение это? Мне хоть ответ вам какой дать, можете или не можете? Не, я в любом случае завтрашним днем подъеду, просто я сегодня рядышком с вами. Но... По поводу чего? Не зарезал, поэтому думал заехать. Как я сказал, меня зовут Мурат Магомедович. У вас имелась задолженность. Вы кредитовались онлайн, брали деньги, не выплатили. Мы вам любезно помогли, закрыли вас там маленькая копейка. Вы кого-то, вы меня выкупили, да? Да, мы не выкупили. Вы же человек, как мы можем вас выкупить? Ваш договор. Ну, договор. Так, на какую сумму ты задолженность хоть у меня была? Не хоть знать. 8 тысяч рублей, не да? Немного. То есть вы хотите подъехать, и я вам наличкой отдам, да? Нет, я знаю, что у вас денег нет, вы давно их оплатили, правильно? Я понимаю, что денег нет, я без претензий. Так. Тем более я видел от бывшего кредитора, что... Вы, в принципе, платить не собираетесь. Деньги нас не интересуют. Единственный момент неприятный нашей помощи. У нас есть комиссия. Ага. У вас на выплату получится там 32 тысячи. Я готов у вас квартиру на Недрезово купить, но за вычетом этого долга. Вы приезжайте. А потом прям в наручниках. Сначала на ИВС, на следующий день вас в суд на арест представят, а потом следственная тюрьма. 2 месяца расследования, и пойдешь ты, клоун, по этапу. Подъезжай. Ты че? Дебилушка. Ты решила мне сказки рассказать. Давай, я жду. Жду. За 8 тысяч будешь сидеть лет 10, наверное. А прежде чем тебя на ИВС представят, тебе так хлебало на мой. Но телесные повреждения не оставят, конечно. А то ИВС не примет с телесными повреждениями. Ты же уже знаешь, как там принимают, да? Поэтому нервный смешок такой. Ты посмотри на себя, ты не психуй. Ты так импотент. А вообще будешь... Квартиру он захотел. Ого, перебьешь ты. Засунул палку и перебиваешь. А то он приехал, тут квартиру у меня покупать забирать. Ох, насмешил. У тебя есть мужчина, я тебя спрашиваю. Вот скажи, если ты интересуешься мужчинами, ищи их на сайте геев. Зачем у меня спрашивать? Если ты петух, то интересуйся в петушиных кругах своих. Я тебя за петуха, спрашиваешь? На палку надену, как на шампур, поняла? Тебя за бутылку одели в свое время. И ты теперь хочешь на палку плыть. Да кому ты нужна? Шалава дворовая. Ты не нервничай. Ты объясни мне. Ты успокойся. Иди в прорубь нырни. У тебя полегчает. Да. Все? Люсенька, все? Ты кому нужна? Вот как он распереживал все. Будьте. Ну все. Петушки с утра раскукарекались, успокоились. Проваливай отсюда. Нет, причем здесь все успокоились? Я говорю, ты кому-то нужна? Да, конечно, ты взбесился, тебя заело. Ты-то кому нужен? Ты тушар, имеет тебя постоянно. Сразу акцент пропал у него. Только языком. Куда акцент делся? Ты вспомни, какой в начале разговора был акцент. Эх,
Даже не смог доиграть. У меня нормальный акцент, такой же, как и был. Да. Ух, насмешил ты меня. Я противная, да. Я очень противная. Зачем тебе пятерки не хватало? А зачем? А чтобы вот мне вот такие звонили и веселили. Да прекрати ты. Да вот, а что нет-то? Все по-разному развлекаются. А скажи, пожалуйста, а не стрёмно все-таки, да, как бы родиться мужчиной и звонить и просить денежки, да? Тебе откуда? А если твоей мамке позвонят так? Ты вообще как можешь рассуждать? Как твоей мамке позвонят? Как ты, шапка, будешь себя при этом чувствовать? Ничтожество ты, кончик. А ты как чувствуешь? Да я нормально, я за тобой смеюсь и жалею тебя. Да. Ты? Я тебя жалею, что ты вообще додумался до такого, опустился, чтобы вот этим заниматься. Ты опущенец. Я себя замечательно чувствую и унижаю таких, как ты. Да. Но получается, я тоже буду себя замечательно чувствовать. Беспомощное ты существо, не позорься. Иди лучше в церковь сходи. И попроси прощения за всех людей. Вот, видишь, истерика у тебя уже. Значит, еще где-то что-то у тебя есть. Где-то у тебя что-то осталось, что ты задергался. Не истери давай. У меня нормальная позиция. Какая должна быть у каждого человека в жизни? Вот такая у меня позиция. Прижалка. Вот как раз про пыль, это ты и есть. Вот ты себя ведешь как пыль дворовая, да. Мне доказать, что ты очень печально, что ты не можешь себе найти работу и заработать денег на жизнь. Слушай, мне кажется, очень печально. Мне кажется, тебе надо задуматься и поплакаться. Можешь не рассуждать дальше. Если будешь продолжать этим заниматься, пылью дворовой ты так и останешься. Все, у тебя голосок снит, у тебя уже нет никаких аргументов, ты просто конченый. Можешь прощаться со мной, я тебе сказала. Конченый. Все. Можешь не стараться, не слушать из уст блевотины какие-то фразы. Вообще даже просто смешно. Ты блевотина последняя. Люди, которые тебе звонят, вот такие, а? Как ты дошла до этого? Да звоните, вы же звоните и просите. Вы же передо мной стоите на четвереньках и просите. Еще спектакль при этом разыгрываете. Вы же все меры принимаете. Вы же стоите, смотрите на меня такими щенячьими взглядами и просите. У тебя даже словарного запаса нет. У тебя две фразы и все. Я вижу то, что я тебе сказала, кто ты, что ты. Больше да тебе говорить нечего. Я нервничаю, это ты сейчас весь потеешь. Просто потеешь, как последнее чмо стоишь и воняешь при этом. Каким образом? Ну еще засмейся истеричным смехом. А как еще? Как такой шакал, как ты себя можешь вести? Если его женщина опускает, ты должен так себя вести, потеть, бледнеть. А что ты меня опустила, скажи? Да ты пидор просто. Ну чем ты Если меня ты опустила, считаешь, скажи? Что это нормально, то тогда вообще тебя жалко. Ты пидор. А вот, сказать нечего, аргументов нет, и начинается смешок вот этот. Как ты опустила меня, скажи? Не, это нормальное твое состояние, правда, я тебя не опустила. Не-не, все хорошо, я тебе одних комплиментов ответила. Все, давай, иди, туфельки одевай, губенки край, да? И давай, иди, там петухи тебя ждут. Сейчас выебут, и будут тебе в жизни все сладенько. Дошла, скажи, но денег не дам. Ты думаешь, что оправдываешь? Обойдешься. Ты передо мной оправдываешься. Ты стоишь и оправдываешься, ты сидишь. Я думаю, тебя это оправдывает. Меня оправдывает. Я перед тобой, говно, оправдываться буду? Фу. Ты же конченая. Вот я сейчас смотрю даже классы. Ты не в Одноклассниках, ни ВКонтакте, ни соцсетей, никакой Блин, жизни. Облом. Вот человек. Это облом. А знаешь почему? Не нашел инфу а по почему? Мне. А потому что я умная. А знаешь почему? Да, вот потому что нет, умная потому и нет никакой инфы по мне. Не можешь себе это позволить. Да ты что себе это можешь позволить. Позволить, чтобы позвонить только женщине и попытаться, не, ну, подожди, да, своим можешь, грязным, да, вонючим ртом что-то у нее спросить. И родственники твои не могут себе это позволить. А знаешь, чмо почему? Вонючая. Потому что ты мразь конченая. А ты вонючая, дешевая, чмо. Блядь.
Ну, может, еще больше ничего не говори. Ты дорогой. Нет, говно именно. Именно дерьмо. Ты как был без денег, так и будешь. Поэтому иди и зарабатывай. То, что перед тобой просят. Ты именно конченая. Ты унижаешь и просишь. Покупателю. У тебя на трусы-то нету. Купил он мой долг, выкупил он что-то. Понимаешь? Ты хоть понимаешь, за носки-то да? заработай себе. Ты понимаешь, а ты со свалки одеваешься. И жрешь ты со свалки. А ты дешевка, не можешь ты себе свинья. Этого позволить. Запомни, дело не во мне, а только в тебе. Никто перед тобой не оправдывается ни в коем случае. Вот ты опять передо мной оправдываешься. Опять оправдываешься и унижаешься. Ничтожная мелочь. Да, я ж тебе позвонила. Да хоть хихи, хоть не хихи, не можешь себе позволить это. А молодая девчонка, тебе-то такой молодая мелочи девчонка. Еще далеко расти, никогда не вырасти. Если да ты там это, у тебя спиртак да загорелся, хватит, вот тебя бомбит, 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 ты психуешь, бесишься. Блядь, воня из тебя прет. Не оправдывайся. Все, хватит оправдываться передо мной, проваливай отсюда. Никто с тобой не оправдывается, реально скажи. Бомж, блядь. Жискишь? Всех бомжей, блядь, понабирали, телефон им вручили, они прям такие важные, страшные такие. Когда уже никто не боится, Федорков. Да это твоя прерогатива, давай, каждый вечер. Ты петух. У меня и больше есть. Никто вокруг тебя не может. Вот ты за 8 тысяч шакал звонишь и просишь. Прекрати. Ты себя еще мужиком считаешь? Это большие деньги для тебя. Для тебя, конечно. Непонятно, для тебя у кого это вообще неподъемная сумма. Непонятно, у кого еще непонятно, нету, да? Непонятно, да? Тебе и понимать-то не надо ничего. Так ты деньги на тебе 8 рублей за счастье сказать. Иметь, а 8 тысяч это вообще для каких-то во сне, может, тебе присняться когда-нибудь. Долг его мой отдали, он что-то выкупил. Какая? Да, ух, ты молодец. Я молодец, конечно. Ну ты дешевка. А ты попрошайся. В грязных трусах сидишь там. А ты без трусов вообще. И всю жизнь тебе без трусов. Ну, хуй его знает. Зачем они тебе нужны? Не знаю. Ладно, все-таки попытаюсь что-то сделать. Хотя говно. Кусай за хуй, мразь мелкая. Давай. Виляющая походка, ты съебал. Почему? Какая ты, блядь.